Привет всем! Это краткий обзор того, что можно построить с помощью скинов EDAP. Скины на камень. То есть все это каменная постройка. Вот, для примера, обычный камень. Вот каменная лестница с EDAP. Вот так это выглядит изнутри. Обычные стенки. Вот так выглядит стенка и 1/3 стенки. Вот такие красивые у них брожения. Сейчас взлетим. И посмотрим это сверху. Вот так выглядит черепица сверху. Также пролетим и посмотрим все, что у нас добавляется в EDAP. То есть это скины, есть там абсолютно все. То есть быстро облечу их и покажу то, что есть. Фреймы выглядят вот так, вот проемы дверные. То есть очень похоже на дерево, но отличается, видите. И тоже имеет вот 500 хп. На этом у меня все, спасибо. Полное видео есть в описании.